Бой 9-й роты из фильма имеет мало общего с тем сражением, которое было на самом деле. В фильме бой происходил днем. На самом деле боевики действовали скрытно и под покровом ночи. Кроме того, в кино десантники мучились от жары, а бой принимали под палящим солнцем. В реальности в дни легендарного боя стоял сильный холод. На экране духам удалось застать десантников врасплох. Те отметили Новый год и буквально отсыпались с похмелья. В реальности военные не злоупотребляли спиртным, а бой происходил не на Новый год, а спустя неделю. Рукопашных столкновений с духами не было. Минимальное расстояние, на которое боевикам удалось приблизиться к роте – бросок гранаты. Персонажа Белоснежки также не было в реальной жизни. По сценарию погибает практически вся рота, кроме одного бойца. Это происходит по той причине, что про военных просто все забыли. Роту никто не забывал. Вся специфика в том, что подойти очень трудно было на помощь.